За Василия. Отлично. Я могу сказать, что у нас крутые, прежде всего, первооткрыватель и изобретатель. Он продолжает много лет уже работать в этой традиции, открывает новые китовки, новодобрые. Наш контрир знаменит тем, что постоянно обновляет язык кино, обновляет собственный стиль. Я могу сказать, что сегодняшняя картина уникальна. Кому-то она понравится, кому-то нет, но обещаю, что это будет незабываемое впечатление. Послушай, мы договаривались, что ты не станешь устраивать сцену. Смотрю фильмы на фестивалях и просто смотрю очень много новых фильмов, и уже из них и тогда наоборот, не они ищут путь в плюс, а я ищу путь к этим фильмам, или там наш фестиваль ищет путь к ним. Мы связываемся с правообладателями, выясняем, возможно ли получить этот фильм, может и хочет ли приехать режиссер. Ну и все-таки в большинстве случаев, как правило, мы получаем те фильмы, которые хотим. И очень привлекательным для, особенно для режиссеров, оказывается, конечно, имя Андрея Тарковского. Может быть, о плюсе они ничего не слышали, и в России-то особо не были, но Тарковского знают и ценят, и именно под этим флагом, как говорится, мы и залучаем сюда многих интересных людей.